Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави Зали». И сейчас мы вместе с вами свяжем такую совершенно чудесную шапку-совушку. Начинаем вязать. Любое вязание мы начинаем с того, что снимаем мерки и делаем схему для вязания. Вязать я буду на вот такой вот манекен. Это соответствует 50-му размеру головы, то есть на детскую голову. Берем. Не нужны мерки, не самые стандартные, поэтому вот такая голова. Итак, не нужна мерка по длине головы, от уха до уха. Учитывая, что по голове пойдет планка, смотрите, измеряем, ну, наверное, от уха до уха, потому что ниже уха пойдет уже планка. Вот через макушку и здесь, ну, пускай будет 32 сантиметра. 32 сантиметра – это ширина головы. Длина моей шапки. Длина определяется от, опять же, лба за минусом планки, которая у нас пойдет, до нижней части головы, опять же, за минусом планки. Но те же 32 сантиметра, то есть это квадрат. Получается, вот такой квадрат мы с вами должны связать. У меня получился квадрат, у вас может быть немножко другое значение, потому что у данного манекена очень плоский затылок. Но это особенность конкретно вот этой головы. Если у вас голова другая, потому что другой манекен имеет совсем другую конфигурацию, и у него эта величина отличается. Поэтому пишу длина головы, здесь тоже 32. Моя задача связать квадрат. В теории 32 на 32, но на самом деле мы квадрат, конечно, вязать не будем. У нас пойдет вот этот мой квадрат, 32, ну, почти квадрат. И я его разделю на три части. Эту часть мы вообще сейчас не вяжем. Вот эта часть, 32 на 32, так, здесь 10, и здесь 10, остальное пойдет на лицо. Пускай лицо будет побольше, потому что на лицевой части мы с вами будем вывязывать саму сову. Поэтому пускай большая часть пойдет на лицо. 10 центральных вот таким прямоугольником у нас и пойдет, а 10 последних пойдет на вот такую вот убавку. Но убавка пойдет не по краешку, а по центральной части, для того, чтобы она шла равномерно. Поэтому берем сейчас петельную пробу и рассчитываем. Вывязываю квадрат 10 на 32. Не квадрат, конечно, прямоугольник. По прямой вязать начинаем снизу. Первую часть я вообще не учитываю, она пойдет последним этапом. И начинаю с середины. Вяжу 10 сантиметров, 10 на 32 прямым полотном. И вторые 10 сантиметров делаю убавку до практически нуля, до минимума. Потому что вот на этот минимум я буду навязывать хвост совы. Это задняя часть, спинка, она пойдет с хвостиком. Вот сейчас моя задача рассчитать это вот вязание по петельной пробе. Обязательно предварительно делаю образцы для того, чтобы знать расчет. Итого у меня будет седьмая плотность. Обязательно это все отмечаю. 6,86 рядов и 2,4 петли в 1 сантиметре. Это петельная проба. И теперь умножаю 32 сантиметра, умножаю на 2,4 петли, потому что это петли. У меня получается 76 петель. 10 на 6,86 получается 68 рядов, одна часть, 68 рядов, вторая часть. Вот теперь мы с вами будем это все корректировать, с учетом того, что у нас есть определенный раппорт, и для того, чтобы мне в него уложиться, немножко корректируются вот эти вот циферки. Беру еще один листочек и рисую мой макет. Теперь уже без нижней части. Итак, это первая часть и вторая часть. Делать убавки я буду в процессе уже вязания, поэтому рисую его тоже как квадратик. 76 петель. Так, дайте калькулятор. У меня раппорт состоит из
из 4 петель. Получается, что у меня 4 петли раппорт, и вот эти 4 петли постоянно повторяются. 76 петель у меня общий набор. 76 делим на 4, 19. Прекрасно. 19 раппортов. И плюс по одной петле краевые. Это обязательно на сшивание. Потому что у меня даже не сшивание, а вот этот вот плюс по одной петле, которые пойдут у меня в подгиб. То есть здесь очень хитрый фасон. И пойдет не сам шов как таковой, а пойдет соединение в подгиб. Вот добавляю по петельке, которая не будет принимать участие в рисунке. Она просто пойдет по кругу, вот, это, вот эти вот петли, для того, чтобы мне можно было спокойно соединить с планкой мое изделие. С этим определились. Теперь, что касается высоты. 68 рядов. У меня раппорт 8 рядов. 68 на 8 не делится, 8,5. 8 рядов – это раппорт, поэтому 8 на 8. Ближайшие числа беру 64, пусть будет 64 ряда. Это 8 раппортов, можно даже без счетчика. 8 раппортов здесь и 8 здесь. На самом деле, когда мы будем вязать переднюю часть, мы наденем на голову то, что у нас получилось, и посмотрим, сколько же нам надо всего этого вывязать. Поэтому сейчас мы просто должны выйти на какие-то четкие значения. Итак, 8 раппортов внизу, 8 наверху. 19 раппортов у меня основания. И смотрите, за вот эти вот 8 раппортов, которые я вяжу второй части убавки, я должна убрать, ну, раппорта 3 я могу оставить, конечно, для хвоста, потому что к чему-то мне этот хвост надо будет привязывать, но основную часть петель я должна буду убрать, причем за один раз я должна буду убрать целый раппорт, то есть собрать, делать очень хорошую стяжку внутри полотна. Поэтому смотрим так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это количество раппортов, которые я буду убирать во второй части. За 8 раз я должна убрать, ну, 19 минус 3. 16 где-то раппортов. За 8 раз 16 раппортов. Это значит, каждый раз я должна убирать по 2 раппорта. То есть я каждый раз, начиная раппорт, следующий ряд этого узора, убираю по две части. Дело пойдет очень быстро, самое главное понять, как же это делается. Первые ряды, конечно, может быть, придется постараться, а дальше все пойдет быстрее-быстрее, мы с вами очень быстро свяжем вот эту часть. Определяемся, в каком месте будем убирать. И начинаем вязание. Начинаем обязательно со вспомогательной нитки. Мне нужны будут хорошие открытые петли, к которым я буду привязывать уже переднюю часть. Не пришивать, они все вывязывается из открытых петель и получается таким единым полотном. Передняя часть у меня будет золотая, поэтому начинаю вязание, естественно, с такой золотой ниточки. И потом иду по раппорту, как у меня получается. Итак, беру машинку, 19 раппортов. То есть свои эти 76 петель плюс по одной и начали вязать. Вот с этими вещами будем разбираться в процессе вязания. Так просто теоретически это не очень понятно. Так, набрала петли, провязала вспомогательную нитку. Вот сейчас у меня синяя вспомогательная нитка, хвостики с разных сторон. Вот и синие нитки, видите, находятся. Это для того, чтобы привязать к ним катушку. Беру катушку. Обычная катушечная нить, лавсановая, продается во всех галантерейках. Смотрю, чтобы она была очень крепкая, я ее руками порвать не могу, значит, мне она подойдет. Оставляю хвостик подлиннее и провязываю один ряд на той же плотности. Это делается для того, чтобы у меня были хорошие открытые петли. Так. С этой стороны тоже хвостик такой хороший и привязываю катушечную и вспомогательную нитку, связываю между собой. Во-первых, для того, чтобы у меня не терялись петли. И во-вторых, потому что катушечная нитка по краям имеет обыкновение вытягиваться. То есть она вытягивается, и, соответственно, у меня вытянутся и крайние петли на рабочей нити. Это не допускается.
провязали, начало сделали. Теперь моя задача провязать ряд золотой ниткой, которая у меня будет основанием для лицевой части. Поэтому первая нить обязательно идет того цвета, которым я буду вывязывать лицевую часть. Если у меня лицо будет каким-то другим цветом вывязано, обязательно вот тем же цветом вывязывайте и первый ряд вязания верхушки. Иначе потом вам будет очень тяжело эти цвета стыковать. Вот тот цвет, которым лицо вывязываете, тем и провязывайте первый ряд. Он у нас будет являться таким соединительным. Провязывайте один ряд. Сделали открытые петли. Все, и теперь мы с вами можем начинать уже вывязывать рапорты. Открытые петли у меня зафиксированы катушкой. Берем рапорты. Рапорт будем вывязывать при помощи линейки 1 к 3. И учитывая, что он у меня такой объемный, он достаточно сложный для некоторых машин, конечно, надо пробовать. Некоторые машинки категорически не вывязывают 8 накидов, но вот что они делают, они вязать не будут. Вяжите меньше, у вас будет не такой набитый, не такой объемный узор, но эффект будет, в общем-то, немножко попроще, но он тоже будет вот такие вот перья. Либо вы можете выбирать абсолютно любой свой узор, который вам нравится, вы можете какие-нибудь листики, перышки, просто пятнышки вывязывать, можно все что угодно. В данном случае, конечно, очарование придают именно вот эти вот перья и блики, но если машина совсем не хочет, вяжите что-то другое. Можете пробовать по два ряда, это будет просто пеструшка такая, ну пестрая сова тоже очень красиво. И начинаем, я ставлю счетчик, все-таки я его поставлю, потому что хоть рапортами и можно считать, но техника надежнее. И моя задача вывязать 8 раз вот этот узор. Из чего состоит узор? Как я уже сказала, линейка 1 к 3, либо руками выставляете 3 иглы, стоят в работе, 4-я переднее положение. Линейкой гораздо удобнее, потому что не ошибетесь. Если вы выставляете руками, велика вероятность того, что вы просчитаетесь и где-то будет узор сбит. Вот такие линейки, они очень помогают. Так, и вывязываем вот этой же ниткой, которую мы с вами начали, 4 ряда, вот прям по этим иглам. У кого машинка имеет рычаги частичного вязания, включайте их, потому что иначе она поставит в работу иглы, стоящие впереди, и у нас узор не получится, будет просто кулирка. 4 ряда провязывайте и смотрите, чтобы у вас ни одна петля не была сброшена, и машинка все провязала. Обязательно, прежде чем начинаем вязать, ну, вы все равно делаете петельную пробу, расчет для того, чтобы считать, и смотрите, что именно вяжет ваша машинка. Попробуйте регулировать оттяжками и плотностью. Возможно, что такие моменты, как хорошо оттянуть полотно, либо немножко порыхлее сделать, оно поможет машинке, она провяжет. 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Беру отделку. Отделка белая, то есть у меня сова золотая с белым. И по этим же иглам еще 4 ряда, то есть 8 накидов. Это очень серьезно для машинки испытаний. Смотрите, справится или нет. Ищите способы. В конце концов, можно 4 ряда золотой, 2 ряда белым. Будет немножко другой эффект. Вот такие, можно 3 ряда золотой, 3 ряда белый. Можно вообще 2 ряда такой, 2 ряда такой. Ищите тот вариант, который потянет ваша машинка. У меня машина воспитанная, она вяжет все, что я ее прошу. Поэтому таких проблем особых нету. 3, 4. И получается вот такое вот огромное количество протяжек на всех иголках. И теперь мне нужно по ним провязать другие петли. То есть сейчас я должна завязывать узелок. Смотрите, у вас, когда машинка с нитеводом, вот эти вот накиды нужно присобрать. С этим справляется скрепка. Сейчас принесу скрепку и покажу вам. Вот такая скрепка. Желательно, чтобы она была
треугольная. Бывают скрепки такие закругленные, а бывают уголками. Вот треугольная скрепка, видите, она очень узкая. Вот этот вот маленький уголок. Большой уголок ушел вот сюда вниз, и на нем висит грузик. Рыболовный груз. Как делать такие грузы, у нас есть на сайте, посмотрите, если кто еще не знает. Очень хорошая система. Даже если вы не навесите грузик, все равно вот эта скрепка поможет, потому что она соединит вязание. Смотрите. Раз. И у меня стянуто все вязание. Вот здесь вот она собрала на себя петли. И все. Моему вязанию просто некуда деваться. Это для тех машин, у которых нет платинок, которые бы могли вот это вот безобразие все под себя подобрать. Поэтому, если у вас машина не выдерживает такое количество, помогайте ей руками. Вот такими вот скрепками. Она будет гораздо легче переносить подобное вязание. Так, сейчас я запихиваю все это под платины безобразие. И делаю следующий раппорт. Один раппорт провязан. Все иглы. Ну, придется первый ряд очень внимательно смотреть. Видите, а там, где скрепка, очень хорошо держится иголка. Так. Если вы провяжете общий ряд, у вас будет просто изменена фактура узора. Если вообще никак провязываете общий ряд, у вас просто изменится раппорт, изменится узор, и вы будете корректировать сами вот этот процесс. Если у вас все получается, ничего корректировать не надо, берем золотую нитку, потому что белый мы уже провязали, берем золотую и вывязываем второй раппорт. Так, прежде чем вязать второй раппорт, конечно, надо выставить иголки. Между теми иглами, которые у меня набрали накидов, у меня же три иглы между ними, я выставляю оптом вот так вот. Все иголки вперед. Получается, что игла с накидом находится четко посередине. То есть я каждый раз беру среднюю иглу, получается, что у меня вот эта вот третья средняя иголочка, которая в середине, через раз работает, то одна, то вторая, то есть каждый раз у меня середина выходит в переднее положение. Беру нить, на моей машине мне нужно проложить ее руками, у вас машинка все будет забирать сама, поэтому очень внимательно следите. В любом случае, такие узоры, прежде чем вывязывать, нужно отработать и посмотреть, как ведет себя машина. Торопиться не надо, потому что поднимать это все гораздо сложнее, чем лишний раз перепроверить. Итак, первый ряд провязываю. По идее, все должно провязаться, потому что иглы открыты. Раз. Все провязалось. И поехали то же самое. Два. Три. Четыре. Беру белую. На этих же иголках. Раз, два, три, четыре. У меня вывязано два раппорта, мне осталось еще шесть. Меняю местами иголки, слежу за тем, чтобы у меня машина все провязала, и вывязываю еще шесть раппортов. Провязали прямую часть. Вот так вот это смотрится. Вот. Вот наши эти чудесные совершенно перья. Теперь моя задача увязать вторую часть с убавками. Вот эту вот часть. 8 раппортов в каждом ряду, в каждом раппорте. То есть 8 рядов узора получается. И в каждом ряду я должна убавить по 2 раппорта. Убавки здесь пойдут хитрые. Представьте, что мне нужно просто схлопнуть узор. Вот в одном месте сделать так, чтобы этот узор исчез. Вот. Убрать его. Сразу убираются 4 иглы, 4 петли. Так, раз, раз. Как это убрать? Само собой, не за один прием, потому что мне вот эти 4 иглы просто не распихать никуда. Убирать я буду из середины, из центра. Те иглы, на которых у меня идет накид, для начала я выставляю работу и убирать буду за 2 этапа, потому что сразу собрать в узелок 4 иглы не получится. Это будет некрасиво. Поэтому пытаемся распределить узор так, чтобы это было интересно и красиво. Для того, чтобы не запутаться, беру метку и
ножницы. Поставлю себе метку. Все равно, где, мне важно знать, что я делаю рапорты вот по самой серединке, потому что середина у меня в участии принимать не будет в убавках. Вот, оставляю на серединке метку, говорящую о том, с какого места я начинаю делать убавки, чтобы не запутаться в количестве. Итак, начинаю рапорт стандартно. Все иголки меняю местами, то есть убираю вот эти вот ужасные накиды, которых тут очень много. Выставляю иглы для вязания следующего ряда. Счетчик обнулен, потому что у меня следующий этап пошел. Так, выставляю. Делаю начало узора для следующего ряда. Все, как мы вязали до этого, все то же самое делается. Только провязываю я один ряд. Начинаю тоже золотой ниткой, все то же самое, ничего не меняется. Так, сейчас очень внимательно смотрю, что у меня не закрыта ни одна иголка, иначе у меня будет спущенная петля на самом таком тяжелом месте. Так, все иглы открыты. Раз. Так, беру следующие две меточки. И сейчас буду отмечать тот рапорт, который я буду убирать. Поскольку у меня по плану два рапорта в каждом ряду, вот у меня две метки будут. И убирать я буду. Смотрите. Середину не трогаем однозначно. Середина у меня вот, вот она как есть, где-то треть. То есть убирать я могу либо вот, вот тут, либо ближе к краю. С самого края убирать не стоит. Но можно и с самого края иногда. То есть иногда вот схлопнуть рапорт, который у меня находится сбоку, периодически для того, чтобы давать какую-то разбежку. Потому что если я буду все время в одном месте убирать, это может быть заметно. Моя задача сделать так, чтобы каждый рапорт я убирала в разных местах. Если я буду убирать все время из середины, у меня косынка получится. Косынка какая-то, она не будет объема давать. А мне нужен именно объем. Для того, чтобы это все хорошо сидело по голове, это значит убавки внутри полотна. По краю мне будет косынка, которая не ляжет по голове. Убавки внутри полотна дадут нужный объем. Вот это закругление по голове, это очень важно. Поэтому приходится с этим мириться, но увидите, что вяжется все равно все достаточно быстро. Итак, выбираю те рапорты, на которых я буду для начала делать убавки. Вот где-нибудь симметрично выбираем. 10. Учитывая, что здесь такая разбежка идет, вот на одной и той же игле, вот 10-10, не получается. Все равно какой-то перекос пойдет. Поэтому здесь рапорт, здесь нету. Беру вот. Вот этот, его буду убирать, и петли этого раппорта средние ставлю одна на другую, делаю вот такую сборочку. Поскольку я все это присоберу, моя задача отметить их. Так, сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, вот этот. На центральную иглу собираю середину рапорта. Так, собрала. Для чего мне метки? Поскольку сейчас я все это сдвину, у меня получится, что две иглы в переднем положении, одна в рабочем. Что я буду убирать? Вот эту иглу или вот эту? Определяемся для начала, какую иголку я буду убирать. Какая игла у меня останется? Это или это, не важно. Вот ее я буду убирать, поэтому ее я и отмечаю. Вот это у меня пойдет убираться иголка ближе к центру. Ну и вот это. Не бойтесь навести на нее просто на тело иглы метку. Либо можно просто, боитесь, что ее сейчас завяжет, ее будет провязан ряд и петлями ее прижмет. Так, но вот так вот я ставить не могу. Мне нужно сдвинуть полотно, потому что если я сейчас начну вязать, у меня вот эти ужасные ажуры, мне все испортят. Ажуры никакие здесь не допускаются. Узор очень плотный, и таким его и надо оставить. Поэтому что я делаю? Ой,
не наступать на нитки. Вот они, ажуры. И я начинаю сдвигать полотно. Аккуратно. Каждую иголочку. Раз. Сдвинули на 2 петли. Раз. Сдвинули. Вот это пойдет в рабочее положение. Вот это пойдет в переднее. И не трогаю их. Теперь беру и сдвигаю все остальные полотна. Полотно. Самое главное не забыть, где у нас что. Можно, чтобы не забыть, конечно, трехугольными докерами справляться. Три. Сдвинули, поставили в рабочее положение. Если боитесь, что вы можете запутаться, одну сдвинули, поставили в переднее положение. Можно начать вот так. То есть вы уже не запутаетесь, а остальные просто оптом максимально, как только они могут. Пятиигольный, значит пятиигольный. У кого-то есть десятиигольный, десятиигольный. У кого-то вообще гартер-бар есть, у того вообще праздник, потому что можно оптом все это сдвинуть. Да, один раз. Самое главное, не надо это все снимать на вспомогательную нитку. Вспомогательная нитка хороша только на кулирке, когда у нас какие-то узоры сложные, то вспомогательная не самый лучший вариант. Лучше все-таки вот так вот ручками. Сдвинули. Так, поставили все это обратно. И, зная, что у меня вот здесь вот игла впереди, выставляю те же иглы, которые у меня стояли до этого. Все, я все выровняла. Все ровно, как было, так и осталось. Перехожу на вторую сторону. Делаю абсолютно то же самое. Вот моя петля, которую мне нужно сдвинуть. Ажуры никакие не допускаются. Петля в рабочем положении. Так, игла, конечно, игла в переднем положении. Дальше, если я сомневаюсь, если я боюсь потерять узор, первый раппорт ближайший можно вот так вот по одной буквально иголки перенести. Эти в рабочем положении. Вот эта вот игла у меня будет в переднем. Остальные я уже не запутаюсь. Остальные можно переносить максимально доступными средствами. И вот такую операцию мне придется делать несколько раз. Убавки внутри полотна. Вещь достаточно такая серьезная. И по-другому красоту нашу будет не связать. Еще раз повторюсь, что если делать просто с краю, у вас будет косынка. Один раз мы обязательно уберем с краю, для того, чтобы себе жизнь облегчить. И побыстрее все это связать. Может, даже два раза с краю уберем, посмотрим. Потому что нельзя делать такие вот зажимы и убавки все время в одном месте. У вас это будет видно. Так. Все это в рабочее положение оптом. Проверяю язычки и выдвигаю по раппорту. У меня вот эта игла была, значит, вот так. Проверяю, что точно на этих иголках есть накид. Все, я провязала один ряд, у меня на счетчике. Один ряд, первый ряд первого раппорта. Провязываю второй ряд. И сейчас я буду все это убирать окончательно. Так. Второй. Можно прямо сейчас сдвинуть, поскольку... Так, вот. Можно прямо сейчас сдвинуть. Можно сдвинуть попозже, когда еще провязать два ряда и сдвинуть позже. Как хотите. Давайте прямо сейчас. Вот у меня... Ой-ой-ой-ой, вот почему он так провязался, ведь я его поставила в рабочее положение. Это делать было не надо, но это очень легко исправляется. Вот так. Да. Петля стояла впереди, которую я должна буду убрать, ведь она стала работать. У меня узелком помечена игла, которую я убираю, и вот эта центральная я тоже убираю. Как я их могу убрать? Очень просто. Я их...
принципе, могла ее и провязать второй раз. Вот сейчас я ее... Вот она провязалась, не надо было ее даже исправлять. Все было верно. Провязываю вручную. Беру двухугольный декер. И пересаживаю на соседние иголки. Я их убрала. Теперь моя задача сдвинуть всех остальных. У меня не будет нарушения узора. Я убрала целый раппорт и сдвигаю опытом всех остальных. У меня как шло через иглу, как шел раппорт, так он и будет. А внутри целый узор, целый раппорт я просто схлопнула. Он исчез, его просто нет. Вот за два ряда я его убрала. За один ряд было бы очень жестко, за два ряда нормально. То же самое делаю здесь, с этой стороны. Вот она нить. Вот этот... вот эту петлю, иглу я должна убрать, провязываю рядочек. Можно вот в следующий раз, когда будем вязать, убирать, я вам покажу, как провязывать. Провязали. И убрать я должна вот эти две петли. Так, давайте по очереди. Тут вот туговато. Эту на через одну и эту на... Так. Соседнюю. То есть я две иглы рядом вот так вот взяла и перенесла вот так на две соседние. У меня появилось тут такое достаточно ощутимое окошко, и я на него переношу соседние иглы. Здесь как были три иглы в рабочем положении, так они и остаются. Как была в переднем положении, так и остается. И вот точно так же общим декером я сдвигаю все полотно еще раз. Потом выставляю в нужное положение все иголки передние рабочие, как они должны стоять по раппорту, и провязываю оставшиеся ряды этого ряда цветного. Самое сложное вот эти вот сдвижки, первые два рядочка. Но ничего страшного в этом нет, самое главное не упустить петли. Для этого лучше не торопиться, спокойненько все это снимать. Один ряд сдвинули, подправляю все как нужно, смотрю, что все улеглось, никого я не потеряла, и опытом выдвигаю все иголки. Все, у меня в середине ряд исчез, а иглы как стояли по раппорту, вот в любом месте я могу линейкой провести, все стоит как надо. То же самое делаю с этой стороны, я сдвигаю. Эти вот иголки. А, я их уже перенесла. Остальные сейчас переношу, как они есть. Две иглы – это максимальное количество игл, которые, две петли, на которые мне машина позволяет растянуть вязание. Если бы можно было на три, было бы еще быстрее все. Но две иглы вот так на машинке – это максимум. На некоторых машинах, если вязание очень тугое, вообще может быть одна петелька только доступна нам для сдвижки. Перенесли. Если у вас узор раппорт 4 ряда, делайте то же самое. Ничего не меняется. За 2 ряда вы убираете... свой раппорт, схлопывается он очень легко. И продолжайте вязать. Только у вас количество этих схлопываний может быть больше, может быть меньше. Считайте сами, сколько вам нужно вот этих раппортов убрать за сколько рядов. Вот в таком виде их может быть даже и 3, и 4 на одном ряду. Только вот эта операция, которую мы только что с вами сделали, будет происходить несколько чаще. А так она будет абсолютно идентична. Так, выдвигаю иглы, как они должны быть. Смотрю, что у меня все симметрично. Я провязала два ряда раппорта. И вяжу следующие ряды. Так, раз, два, три,
4 золотым, 4 белым. Все провязано. Заправляю все это назад. Выставляю следующий раппорт в работу и смотрю, какие иголки я буду убирать теперь. Следующий раппорт у меня вот этот. Смотрю, вот узелки, которые были. Ищу теперь место. Я могу убрать для разнообразия крайние. Вот этот. Не самый крайний раппорт. Вот тут три иглы, ничего нету. Например, вот этот. Вообще никакой сдвижки. Уберу вот этот вот край. Делается он точно так же. Но сначала я провязываю ряд, само собой. Один ряд, с которого, собственно, и буду все убирать. Отслеживаю обязательно иголки. Что они все сейчас у меня провяжут, как надо. И делаю то же самое на вот этих вот иглах, стоящих сначала в рабочем положении. И сдвигаю их. Я могу, в принципе, даже оставлять вот эти метки, где они были, для того, чтобы не думать о них, где у меня были сдвижки, где не были, чтобы они не находились очень близко. Убирать буду вот эту вот дальнюю от рисунка петлю, поэтому даже не отмечаю ее. То же самое делаю здесь. Ну, поставлю меточку, потому что надо все-таки знать, где я убирала иглы, где у меня рисунок, чтобы не дублировать это место несколько раз. Итого, я убрала уже, по большому счету, 4 раппорта. Раз-два, здесь все стало ровно. Проверяю язычки. Второй ряд. И схлопываю это все, что можно. Убираю. Так, раз-два-три, вот эти две иголки, чтобы у меня узор не прекращался. И надеваю их на... крайние иглы. Снимаю крайние, надеваю их на место и сверху вот эти две. А освободившиеся, главное все аккуратно, чтобы никто не убежал. Вот она и убежала. Что у меня тут стоит камера, мне очень неудобно за ней пролезать, но ничего. Так, всех поймали и посадили на то место, где они должны находиться. Все. Получается, вот эта игла как стояла в рабочем положении, так и стоит, а узор сдвинут. То же самое делаем здесь. Две иголки я должна убрать. И посадить их вот на место верхних. То есть верхние сдвигаю и на них сверху насаживаю те иглы, которые там стояли до этого. И они идут в рабочее положение. Они схлопнулись. То есть узоры таким образом у меня
сдвигаются, сдвигаются, сдвигаются. И так вот я вывязываю все вот эти вот сдвижки по своему расчету. Вот эти все. То есть раз, два я сделала, мне остается вот еще 6 раз проделать вот такую вот операцию. И я выхожу буквально на вот такой вот маленький хвостик. И вот из этого хвостика мы будем вывязывать хвост совы. Оставлять в ноль, выводить не нужно. Когда довязали до нужного минимума, видите, вот у меня каждая убавка отмечена хвостиком. В принципе, они мне уже не нужны, я их выну. С изнанки, то есть с лицевой стороны вообще ничего не видно, в глаза не бросается. Видите, вот здесь вот идет стяжка. На рисунке это никак не сказывается. Рисунок остается полноценным. Вот то, чего мы с вами добивались. Так, сейчас я завязываю белый узелок, он мне тоже больше не нужен. Последний узор я закончила. Ставлю все иголки в рабочее положение и провязываю сглаживающий ряд. Потому что на вот эти вот петли, которые у меня сейчас получаются, я буду привязывать к ним хвост. Мне нужны открытые петли. Я делаю один ряд золотой ниточкой. И могу, в принципе, немножко этой нитки оставить для того, чтобы этой же нитью соединить хвост и основное вязание. Так, сейчас провязываю ряд. Оставляю такой вот хвост подлиннее. Этой нитью я привяжу хвост и окончание вязания. Один ряд катушечный и на вспомогательную нитку, для того, чтобы у меня были хорошие открытые петли. Нитка подлиннее, беру вспомогательную и несколько рядов провязываю. Вот так побольше, чтобы не слетело. По большому счету, если у нас идет какая-то работа долгая, и я долго не буду возвращаться вот к этому вязанию, хорошо было бы эту нитку даже закрыть. То есть несколько вспомогательных рядов и закрываете. И тогда вы можете спокойно оставлять вязание и пускать его в какую-то обработку. С этим вязанием уже ничего не будет. Но я к этому хвосту вернусь очень скоро, поэтому не закрываю. Вот что у нас получается. Вот такой вот совершенно чудесный узор. С практически незаметными убавками внутри полотна. Если не присматриваться, то, в общем-то, ничего и не понятно. Вот такие вот перья. Вот действительно сова. Вот такая вот чудесная сова. Иду, примеряю все это на мой манекен. И сейчас будем вывязывать переднюю часть головы. Берем нашу модель и замеряем, чего нам не хватало. Вот сзади все это легло, как мы и планировали. И спереди большой лоб, на котором, собственно, и будет размещаться наша сова. Поэтому сейчас беру вот так вот мое вязание и смотрю. От макушки до начала. Так вот, конечно, ленточкой держит форму. Вот те же 10-11 сантиметров, как мы и хотели, до планки. Ну вот, собственно, до начала вот этих краешков 11 сантиметров и измеряю ширину. Ширина у меня, ой-ой-ой, держим, в самом широком месте 15. То есть 15 сантиметров на 10. Мне нужно вывязать полотно. Здесь 11, здесь 15. У меня есть петельная проба. 2 и 1 петля. 3, 33 ряда. Плотность 6,5. Это простая кулирка. Считаем. Так, это петли, это ряды. Беру калькулятор. 11 ряды умножаю на 3,33. Ну, в принципе, можно и 36 и вручную высчитать. 36 рядов и 15 сантиметров умножаю на петельную пробу 2 и 1. 31 и 5. 30 петель, 36 рядов. Итого, чисто теоретически, я должна была бы набрать квадратик из 30 петель, провязать 36 рядов и пришить этот квадрат. Но
Смотрите, у меня сложная конфигурация. У меня не квадрат, мне не нужен квадрат вот такой, это будет ужасно. Мне нужно закругление. То есть я начну вывязывать, я не буду вязать отдельно, я буду вывязывать прямо из шапки. И начну вывязывание частичными рядами. То есть я дойду до 30 петель частично, для того, чтобы вывязать вот здесь вот закругление. Начнем с небольшого и вывяжем. И 36 рядов. Чисто теоретически, смотрите, 36 рядов, если я буду вывязывать, я буду надевать петлю каждые два ряда. То есть провязала два ряда, надела петлю на иголку. То есть я буду вывязывать одновременным пришиванием полотна. Два ряда провязала, надела. 36 рядов делить на 2, это 18 раз я должна буду... Раз. Провязать, то есть 18 фаз. Фаза — это какое-то количество рядов, за которые мы должны сделать определенную операцию. Вот у меня определенная операция — это надевание петли на иглу. Я это буду делать 18 раз, потому что делать вот так вот, провязали раз-два, надели петлю, раз-два, надели. То есть не каждый ряд, а через ряд. 36 рядов делим на 2, 18. 18 раз. Значит, я должна буду с каждого края колпачок надеть на иглы по 18 петель. Беру булавку и отсчитываю 18 петель. Просто механически беру и отсчитываю. Раз, два, три, четыре. Так, мне очень плохо видно засветку, но мне плохо видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Закалываю. Закололи 18. Беру булавку. С другой стороны отсчитываю 18 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Закалываю. Да, по 18 петель я заколола, то есть вот так вот я буду вязать. Вот эту часть я надену на иглы, провяжу частично выпуклость и через ряд вот так вот буду ехать и надевать вот эти вот петли на иголки. Получится, что я за 36 рядов надену 18 петель на иглы. Плюс к этому я провяжу закругление, то есть у меня будет не вот такой вот квадрат, а четкий кружочек. Кружочек я выведу частично, начиная от буквально нескольких, там от 6-7 иголок, и выйду на нужное мне количество рядов, и после этого буду уже надевать петли. Ну, все по порядку, давайте берем машинку и пойдем вязать. Итак, надели вот эти вот открытые петли, которые у меня получились в самом начале, когда я начинала вязание, делала вспомогательные нитки, на иголки от одной булавки до другой. Вот эти хвостики у меня остаются висеть, все остальное, естественно, изнанкой к себе, лицо у меня с лица, потому что я буду сейчас продолжать вязание кулиркой. Поделила вязание пополам, какую-то часть игл я оставляю впереди. На самом деле чуть-чуть, совсем мало не стоит, у вас будет уголок, и очень много тоже не стоит, потому что у вас будет плоская часть. Я оставила треть, чуть меньше трети. Может, даже вот так вот, чтобы совсем хорошо это лежало. Вот, смотрите, даже не треть, а четверть, наверное. Четвертую часть иголок я поставила в переднее положение. Все остальные стоят в заднем положении. Рычаги частичного вязания включены. То есть вязать машинка... Так, булавки упадут, выкидываю. Чтобы машинка не забирала вязание в работу. Иначе открытые, иначе иглы, которые у нас стоят в переднем положении, просто провяжутся. Это не нужно. Беру рабочую нить, рабочая плотность для кулирки, подходящей для этой пряжи. И начинаю вывязывать частичное вязание. Никакие особые расчеты я тут не делаю. И смотрите, если я буду вводить в работу по одной игле, у меня будет острый-острый уголок. Если по три иглы, у меня будет плоское вязание, я буду вводить по две иглы. На самом деле... Я просто чувствую эту пряжу, я вижу, что это так должно быть. Вы
прежде чем будете вязать свою шапку, сделайте макет и посмотрите, с какой интенсивностью у вас загибается полотно на вашей плотности, на вашей пряже. По одной иголочке выводить, по две или по три. Это зависит не только от толщины нити, но и от размера самой шапки. Потому что у меня она вот такая достаточно массивная, и нитка толстая, машина такая. У кого машина вяжет только тонюсенькие ниточки, у тех, соответственно, количество петель гораздо больше. И вам вводить по две иглы будет очень, ну, слишком растянете полотно. Поэтому прежде чем вязать, обязательно проведите предварительную провязку и посмотрите, как будет вести себя полотно. Я буду вводить в работу по 2 петли. Беру на вот этих средних иголках, провязываю ряд. Так, еще раз проверяю, что у меня одинаковое количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 иголок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 иголок. Все верно, вот эти части у меня одинаковые. Итак, рабочая нитка. Обвиваю петлю, иглу, стоящую в переднем положении, чтобы не было никаких дырочек. И ставлю в работу с противоположной стороны от каретки 2 иглы. Эту нитку я потом привяжу, пусть болтается в ряд. Обвиваю иглу, стоящую в переднем положении. Ставлю со стороны противоположной от каретки 2 иглы в рабочее положение. Провязываю ряд. Обвиваю иглу здесь, 2 иглы с противоположной стороны у меня работают, ряд. Обвили с этой стороны, поставили иглу в работу с другой стороны, ряд. Обвили здесь, работаем с другой. Видите, у меня начинает вывязываться центральная часть. Обвили здесь, поставили иглы с другой стороны. Так, вывязывается. И достаточно, причем круглая часть, за счет того, что я ввожу очень спокойно эти петли. Ой, обратите внимание, как у нас идет шапка. Шапка у нас идет вот так вот. То есть спокойный ряд я вывязала, вот этот вот закругление. Если я и дальше пойду, она и дальше вот таким вот спокойным состоянием пойдет, а потом резкий угол. Чтобы не было такого резкого угла, вот сейчас я провязывала по 2 иглы. Так, ну вот здесь еще для симметрии еще раз. 2 иглы введу. Давайте. Так, для симметрии. Так, все. Мне остается какое-то количество игл. Треть, половина, наверное, половина. Половину я ввела, половина остается. И теперь, смотрите, у меня был угол достаточно пологий, а сейчас я сделаю угол поострее. Я буду вводить по одной иголке. Для того, чтобы потом мне проще было вывести на прямую, которую я буду вывязывать, просто надевая петли на иголки. Если я этого не сделаю, у меня будет вот такое пологое вязание, и вдруг оно резко пойдет углом. Вот этот угол будет очень некрасив. Поэтому комбинируем закругление. Сначала по 2 иглы, потом выравниваем его тем, что выставляем по одной. Одна игла в работу. Обвили. Одна игла в работу. Одна. Одна. Поскольку у нас вязание само по себе, никакой второй детали подобной не будет, можно это даже не записывать. Записывать обязательно, если у нас парные детали какие-то. Здесь у нас пары никакой нету этого вязания, оно само по себе. По одной гораздо быстрее. Ой-ой-ой, нитка. Это уходит вверх. Так, остается по одной иголке. Так. Вот смотрите, мы дошли до такого состояния, когда у нас по одной игле осталось. Так, вот оно. Стоит и тут стоит. Если я сейчас ее поставлю в переднее положение, провяжу, у меня здесь вот будет достаточно большой рубчик такой, рубчик, вытянутая петля. Мне не нужна вытянутая петля, мне нужно очень аккуратно, чтобы все это было. Так. Поэтому смотрите.
я начинаю соединять полотна. И чтобы не запутаться, где я навесила, где я не навесила, я буду это делать одновременно с двух сторон. Вот у меня по одной иголке осталось в переднем положении. На них прямо я начинаю навешивать, потому что достаточно много мы, смотрите, провязали. Видите, какое чудесное закругление пошло. Вот, достаточно. Теперь беру первую петлю. Вот она. Вспомогательную нитку не снимаю. Снимаю вспомогательную нитку, когда закончу вязание, потому что распустить вот это можно в любой момент, и петли никуда не убегут, их будет держать нитка. Если вдруг я сделаю и мне не понравится, мне придется перевязать. Вспомогательная нитка мне поможет удержать петли на это время. Беру первую петлю и надеваю ее на иглу с этой стороны. Здесь беру первую петлю, главное не перепутать ее с протяжкой, и надеваю на иглу с этой стороны. Ставлю в рабочее положение все иголки, у меня все работают. Провязываю два ряда. Раз. В каждом ряду это лучше не делать, через ряд. Раз, два. Беру следующую петлю. Так, это уже у меня надето. Подтяните и смотрите, следующая петля, вот она. Если сомневаетесь, потому что на самом деле тут все это так вытягивается и так непонятно выглядит, для того, чтобы себя не путать, можете отмечать ее следующую раз. Булавку воткнули, вы уже не перепутаете, какая следующая игла у меня петля пойдет надеваться. Здесь тоже это надето. Вот это. Вот эту петлю я надеваю на иглу. А следующую просто отмечаю, чтобы не запутаться. Вот это пойдет у меня на вязание в следующий раз. Так, рабочей ниткой два ряда. Делается это абсолютно одинаково на всех вязальных машинках, неважно какая она у вас. Раз, два. И вот таким вот образом, вот петля отмечена, отмечаю следующую, эту надеваю на иголку. Здесь петля отмечена, отмечаю следующую, а эту на иголку. Катушечная контрастная нитка отлично их держит и показывает, где какая. Где какая петля у нас находится. И вот таким образом до конца довязываете. Можно немножко уменьшить плотность, чем мы ближе находимся к лбу, тем можно чуть-чуть подтянуть. То есть я немножко провяжу и сделаю на половинку плотности поменьше, поуже, чтобы не было вот такого огромного уже полотна. Чуть-чуть сузим и пойдем так вот к самому краешку, поскольку там самая узкая часть у нас получается по вязанию, еще немножко поуже. Сильно не заужайте, мы лучше потом стянем планкой все это вязание. Сейчас до конца полотна надевайте петли на иголки. Так, прежде чем будем вязать планку для шапки, свяжем хвост. Хвост у меня тоже двухцветный, золотой, белый. Золотые будут уплотнители, белый будет клин. Итак, надеваю на иглы, я обвив набираю. Тут можно на открытые петли, можно обвивом, как удобно. В данном случае вообще нет никаких ограничений. Хвост хочу не длинный, сантиметров 5. Так вот, 5 сантиметров хвост. Линейка. 5 сантиметров я умножаю на петельную пробу 2,5 петли в одном сантиметре. Это значит у меня 10 игл. 10, ну вот 11 иголок.
Вот такой хвост. И сейчас я делаю рулики закрытые для уплотнения полотна такого. С другой стороны оказалось. Представляет собой этот рулик. Провязываю 4 ряда на рабочей плотности. Завязали уголок. Раз, два, три, четыре. Ну, 4, в общем-то, для первого рулика может быть и недостаточно, пусть будет 5. Посмотрите по обстановке, как у вас будет соединяться полотно. И начинаем его соединять. Это рулик закрытый. Я обвивы надеваю. Вы надеваете либо обвивы, либо открытые петли на иголке же. То есть мы закручиваем. Так, пропустила. Наше полотно. Закрываем его. 4 может быть тяжеловато, но это для первого ряда. Для дальнейших пойдет нормально. Так, 2. И последний. Так, уплотнитель связали. Теперь клин. Клин белый. Вот он. Один ряд. Так, главное, язычки. Расширение хвоста пойдет справа, узкая часть слева. Поэтому вывожу нить в правую сторону, ставлю в переднее положение часть иголок моего хвоста. Опять, если вы хотите расширение такое хорошее, кардинальное, делайте по 2 раза. Пускай будет хороший клин. Третий игл в переднее положение. Провязали еще третий игл в переднее положение. Провязали все иглы в рабочее положение. Возвращаем назад нитку. Итого, с одной стороны у меня связано 2 ряда белым, с другой 6 рядов. У меня пошло расширение клина. Опять беру золотую нитку. Провязываю 4 ряда. Ну вот, в принципе, могу соединить. И протяжки, вот эти вот протяжки, которые очень хорошо видны, надеваю на иголки. Раз. Так. Неудобство этой машины при надевании в том, что у нее, как только полотно подвигается к краю, у него закрываются язычки. Так, ну, у каждой машинки свои достоинства. Вперед. Так лучше. Надевайте. Второй уплотнитель. При таком вязании у нас хвост очень плотный и хорошо держащий форму получается. Он будет у нас стоять очень красивым таким полукругом. И белый клин. Беру беленькую нитку. Ставлю треть в переднее положение, ряд, два, еще одну треть на глаз. Раз, два, и возвращаю нитку на место. Я связала 2 клина и 2 уплотнителя, плотненькие такие краешки. Опять беру золотую нитку. Когда вяжете хвост, желательно, чтобы у нас было в уплотнителе и в
клине четное количество рядов, потому что все время нитки возвращаются вот сюда, на узкую часть. Если они будут оставаться здесь, мне придется эти ниточки прятать. Это дополнительные какие-то нагрузки на меня, как на мастера. Поэтому я не люблю лишние вот такие вот телодвижения. Лучше лишний ряд провязать и не заниматься убиранием ниточек лишних. Вам тоже не советую, потому что нитки убираются. Вот конкретно эти золотые нитки очень скользкие. Это вискоза, скользкая до невозможности. И прятать эти нитки в видимой части, в открытой, будет очень нехорошо. Правда, здесь есть рулики, в них можно будет, конечно, это все запихать. Но, учитывая, что нитка скользкая, она со временем может и вылезти из рулика, выскользнуть из него, и будет нехорошо. Клинушек. Ну, вот таким вот образом вы ввязываете нужное количество рядов. Насколько широкий хвост вы хотите иметь, чтобы был широкий хвост у нашей совы. Так. И дальше. Раз, два. Пять. Вот. Уже вот такой хвост. Но можно еще один клинушек связать. То есть сейчас вяжу еще одну золотую сторону, еще один клин, еще золотую и закрою. То есть надев на иглы последний рулик, вы его просто закрываете косичкой. Не продолжайте вязать белым. То есть с рулика начали, руликом и закончим. Чтобы был такой чистый краешек. Вот такие чистые полосочки. Вяжите то количество рядов, которые вам нужно. Последний раз, когда рулик надеваете, вы его просто закроете. И все. Поэтому для последнего рулика вы тоже свяжите нечетное количество. То есть не 4 ряда, а 5. Для того, чтобы вывести нитку на правую сторону. И тогда вы сможете ее закрыть. Но сейчас я довяжу и покажу вам это. Последний рулик. У меня состоит из 5 рядов, чтобы вывести на наружную сторону нитку. Это делается для того, чтобы мне можно было спокойно закрыть хвост. И оказался бы кончик нити с внутренней стороны. Потому что если я провяжу точно так же четное количество рядов и закрою полотно, у меня нитка четко выйдет на наружный край. Мне это совсем-совсем не надо. Мне нужно наоборот ее спрятать. Да, одеваем последнюю петля и закрываю любым способом. Я закрываю косичкой. И нитка сама уходит на нужную мне сторону, то есть на внутреннюю. Осталось соединить хвост с шапкой и можно вязать планку. Для соединения хвоста и шапки мы оставляли нить с той стороны, со стороны шапки, поэтому здесь можно длинную нитку не оставлять. Все, закрыли. И смотрите, какой у нас получается хвост. Вот. Он держит форму по-любому, потому что вот эти вот достаточно объемные рулики, они жесткие. Вот так вот соединяете, и у вас хвост летящей совы. Очень похож на натуральный хвост. Если вы посмотрите фотографии хвостов у совы, то вот примерно так он, в общем-то, и выглядит. Да еще собравшись немножко. Узелок будет просто натуральная сова. Давайте соединять. Соединяем. Лицом к себе надеваем вот этот хвостик. Открытые петли у нас должны оставаться. Причем золотые петли, вот они у меня тут видны. Я их надеваю на машинку. Вот сколько есть, столько и надеваю. Можно, правда, немножко их присобрать, а можно и не присобирать. Смотрите, это на ваше усмотрение, смотри, сколько их там у вас осталось.
Так, наделим. На эти же иглы берем наш хвост лицом внутрь, вот так вот, и растягиваете его, растягиваете и надеваете за протяжки. Межигольные протяжки. Много не надо, надели с одной стороны, надели с другой и растянули на все полотно ваш хвост. Получается соединение такое. Мы все это закроем той же самой косичкой. Где-то у меня здесь длинная ниточка оставалась. И ею я и закрываю косичкой. После того, как закрыла, посмотрю, что мне понравилось соединение. И после этого снимаю вспомогательную нитку. Все вспомогательные нитки снимаются после того, как я вижу, что меня эта деталь устраивает. Если мне что-то не нравится, всегда можно распустить и сделать заново. Петли будут в сохранности. Смотрим. В общем-то, соединение очень даже нормально получилось. Вот так вот идет хвост, здесь он будет прикрыт, и вот так вот пойдет он из над планкой и будет расширяться за счет того, что у меня частичные ряды. Вот таким вот образом мы с вами вывязали хвост, привязав его к полотну. Ничего не видно, очень даже нормально получилось. Изнутри все будет закрыто в процессе сшивания с планкой. Сейчас мы свяжем планку с ушками. Если бы была просто планка, было бы просто, поскольку мы вяжем ушки. А ушки можно рассчитывать по формуле, а можно по месту вязать. Если вязать с измерениями, то получается гораздо точнее. Почему я говорю про формулу и измерения? В данном случае манекен, он не совсем соответствует настоящей голове. Поэтому и к тому же не всегда уши находятся четко вот там, где они должны быть по расчетной формуле для ушей. Они все равно прикроют ушки, но сейчас мы с вами свяжем уши по фактическому их местоположению. Итак, я знаю, что у меня объем головы 50. Беру ленту, прикладываю к тому месту, где середина, к середине лба. Так, ой, не падай, держу. И вторая метка. Вот она, середина головы с этой стороны, с этой стороны и с этой. Вот они, 25 сантиметров. И смотрю, где находится ухо. Ухо как раз, так вот, вот тут находится ухо по метражу. 20 вполне достаточно. Вот здесь вот одна сторона ушка. И где-то сантиметров, вот где 12, у меня вторая часть ушка. Вот так вот она и пойдет. Поэтому что я пишу 20, а здесь 5. От края 5 начинается ухо. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Где-то 8 сантиметров у меня ухо должно быть. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 сантиметров уха достаточно. 8 сантиметров ухо. Ну вот, рассчитали. А остальное пойдет лоб. И высота. Гремит. Высота планки где-то 3 сантиметра будет. Ушко будет само собой подлиннее. Поэтому смотрите, моя планка, я ее сейчас рисую. Вот это середина лба. 5. Вот они 5 сантиметров от края. И здесь 5. Ну, симметрично. 8. Это ухо. И все остальное это
прямая планка. То есть прямая планка с одной стороны, прямая с другой, и ухо занимает 8 сантиметров. Считаем фактический размер. Пятьдесят, деленное пополам, это 25. То есть вот здесь 25 минус 5 и минус 8, 12. А вот здесь 12 сантиметров. Вот так, ну и соответственно здесь 12, 8 и 5. Пополам разложили нашу шапку. Есть петельная проба. У меня при немножко растянутой кулирке 2 петли и 4 из 2 ряда. Получается 3 сантиметра высота планки. Так, 3 умножаем на 4 и 2. Ну, 12 и 6. На самом деле 12 рядов. Это одна часть планки, 12 рядов внутренняя. Мне больше интересуют петли. Поскольку 2 петли, 12, это всего у нас 100 петель, это вся шапка, поскольку 2 петли в 1 сантиметре. 12 на 2, это 24 петли, 8 это 16 петель и 10 петель. Вот получается расклад нашего, даже считать на калькуляторе не обязательно, расклад нашей планки. И начинаем ее вязать. Вязать я буду коричневым, поскольку планка — это как бы дерево, на котором сидит сова. Но чтобы было понятно, что это дерево, мы будем делать черные вставочки. Вот такие вот небольшие полосочки, которые будут нам показывать, что это все-таки дерево, это не сова. Вставки небольшие, мы будем вывязывать их вручную. И вот таким вот образом как-то разделим сову и дерево, на которое она будет, собственно, сидеть. Беру машинку, набираю 100 петель, желательно на вспомогательную нитку, потому что мы начинаем вязать с лицевой стороны. Вспомогательная нитка, независимо от того, на какой машинке вяжете. Набираем. Набирать можно любым удобным способом, потому что сначала мы вывязываем изнанку планки, то есть изнаночную сторону, которая будет внутрь шапки направлена, а потом уже лицо. Способ набора нити, набора петель не важен. 100 петель. Вот наша планка. Я провязала 10 рядов. По плану у меня 12. Я провязала 10, потому что 2 ряда у меня будут сглаживающими. Провяжу я их черным цветом отделочным, либо дополнительным коричневым, там уже не важно, отделка. И они пойдут в общую длину планки. Сейчас я беру материал, которым я делаю метки. На этой машине я делаю метки бумажным скотчем. На машине, которая вся железная и на ней можно рисовать, видно, делаю метки старым косметическим карандашом. Отлично выглядит. Но это мои способы, если у вас есть другие, пользуйтесь своими. Итак, беру для меток бумажный скотч. Тонкий. И отмечаю. У меня по схеме 10, 16 и 24. Центральная, центр, вот он, нулевая иголка, нулевая платина. Поэтому иду к краю. У меня не 100 петель провязано, а 102, потому что крайние иголки пойдут на сшивание, крайние петельные столбики. Поэтому они, вот эти вот крайние петельки, которые у меня будут провязаны дополнительно, пойдут внутрь подгиба, в расчет не идут. Так, это петля на подшивание. По плану 10 петель у меня идет край уха. Отмечаю край уха. Мне уши надо отметить. Вот здесь у меня ухо заканчивается. И 16 петель само ухо. Значит, 16 петель тоже отмечаю. Отрезаю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь вот 16. Здесь я вывязываю ухо. Вот здесь ухо. Иду в другую сторону. То же самое. 10. Это начало. Ой, криво нить не надо. 10 это начало уха. И
16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это вторая часть уха. Так, отметила. Вот это мои уши. И теперь мне нужно ничего не нужно. Центральные две петелечки. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это середина. Вот эти две иглы у меня центральные. Их я и отмечаю, потому что буду делать ушко до середины. Вот. Середина, до которой должна будет дойти. И выйти. То же самое ставлю середину. Так, раз, два. Три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отмечаю середину. Так, середина у меня вот эта. Лучше лишний раз перепроверить себя, потому что потом можно просто криво пойти, и будет совсем нехорошо. Так, провязали. Теперь моя задача начать вывязывать ушки. Поскольку у меня нитка находится с этой стороны, резать ее, рвать я ее не буду. Я буду переводить нить от одного уха к другому. Можно, конечно, нить оторвать и провязать ушки. А можно нить не отрывать и вот так вот делать перевод нити от одного уха к другому и обратно. Итак, провязываю. Ставлю все иголки до уха в переднее положение. Провязываю ряд. Если у вас машина с нитеводом, ставьте, включайте рычаги частичного вязания. Провязываю ряд и ставлю в переднее положение все иголки за ухом. У меня в работе только иголки уха находятся. Обвила иглу, стоящую в переднем положении, и начинаю провязывать петли уха. Сначала ничего не убираю. Обвиваю иголку, стоящую впереди, выдвигаю иглу противоположную. Можно по одному, можно по два. В принципе, очень такое массивное ухо мне здесь не нужно. По две петли буду выводить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего 6 рядов. Это чуть больше сантиметра. Не, пускай будет по одному. Слишком будет пологое ухо. По одной игле. Начинаю выводить из работы. Переднее положение. До центра. Вот остается 4 иголки, я могу до 2, давайте до 2. 2 иглы остались, как раз центр, вот они. Сейчас либо отрывать нить, либо переводить ее на второе ухо. Я переведу ее на второе ухо. Для этого ставлю в рабочее положение петли уха. Вот это все в переднем положении, петли второго уха и все иголки между ушами до середины. То есть, видите, у меня от середины здесь стоят все иголки в переднем положении. От середины уха и до конца второго уха все иглы в работе. Проверяю иглочки. И, обвив иголку, стоящую в переднем положении, провязываю вот этот длинный ряд до, видите, до игл, стоящих впереди, до конца уха. Сразу все иголки, кроме второго уха, ставлю в переднее положение, то есть все иглы ряда впереди, кроме игл второго уха. И начинаю вывязывать второе ухо. Ряд и
убираем по одной игле. Обвивая каждый раз иголку, стоящую впереди. До двух игл центральных, до метки. Уж если начали делать до метки, то оставляем. Так, вот моя нитка. Вот иголки. Поскольку там я везде провязывала дополнительный ряд до уха, здесь я делаю то же самое. Вывожу нить на край вязания. Обвив иголку, стоящую впереди, провожу нить до конца. То есть таким образом я связала дополнительный ряд. Сейчас я делаю отделку. Свяжу черным цветом на всех иголках. На всех-всех, для того, чтобы сделать сглаживающие ряды. Иначе у меня возможны дорожки, да и вообще я хочу провязать общие ряды. Два ряда с одной стороны, два ряда с другой. Итого я провязываю 4 ряда черным цветом. Черный мне пока больше не нужен. Здесь его можно связать. Смотрите, начинаю делать все то же самое. Ой, чуть не скинула. То же самое в обратном порядке. Чем я закончила? Тем, что я перевела нитку в эту сторону. И переводила я ее от вот этих вот иголок. Делаю все то же самое. Ставлю в переднее положение все иглы, кроме тех, которыми я закончила. То есть от центральной части до конца. И перевожу сюда нитку рабочую. Рабочая у меня нитка коричневая. Тут же ставлю вперед все иголки, кроме вот этих двух, которые у меня, на которых я закончила вязание. И начинаю вводить в работу все иглы по очереди. То есть я делаю обратную операцию. Раз и так далее. Главное не запутаться, что вы делаете, вводите или выводите. Сейчас мы увеличиваем вязание до размера ушей. Такой способ хорош для того, чтобы не рвать нить. Немножко. Последняя иголка с этой стороны. Вот мое ухо вывязанное. И я ставлю в работу все иглы до середины второго уха. Вот на чем закончила, на том и тем и продолжаю. То есть в обратном порядке. Помните, мы когда закончили вязать до центра, мы перевели нить вот сюда. Теперь у меня нить здесь, я делаю все в обратном порядке. Обвиваю иголку, стоящую в переднем положении. И провязываю. А я иголочки проверить. И провязываю ряд до центра уха. Вот то, на чем, что мы делали в прошлый раз, только все четко наоборот. И в переднее положение все, кроме последних двух игл, на которых мы в прошлый раз останавливались. Так. Теперь у меня две иглы в работе, и я в обратном порядке начинаю вводить в работу иголки второго уха. Вернее, это первого уха. По одной игле до меток этих больших.
Если у вас грузики, вот эту часть нужно оттягивать. Оттяжки точечные обязательно. Вот сюда навешиваете оттяжку, и она у вас подтянет все полотно. Оттяжка может быть скрепкой, может быть крабик, все что угодно. Без оттяжки вот этот мешок очень тяжело будет вывязать. Провязали. Обвиваем последнюю иглу, ставим в рабочее положение все иголки и выводим нить на край полотна. Мы с вами провязали два уха и их центральную часть. Теперь мне надо вывязать 12 рядов, ну не 12, 10, потому что я провязала 10 с той стороны. Теперь мне надо провязать 10 рядов второй части. На всех иголках, метки мне больше не нужны, будем провязывать вторую часть планки. Но провязывать я буду со вставками черного цвета, черного и коричневого, поскольку это дерево, вот будем формировать дерево. Итак, один ряд. Давайте я поставлю счетчик, потому что иначе мне будет не уследить, я буду отвлекаться и забуду, сколько рядов я провязала. Мне нужно 10 рядов. Итак, начинаем с того, что провязываем ряд, провязали, теперь делаем вставочки черного цвета. Такие вот риски. Ризочки могут быть абсолютно любые. Маленькие, большие, какие угодно. Руками провязывайте, машинкой, как хотите. Вот, пускай это будет вот такая вот провязка. Здесь где-то это на ваше усмотрение. Я всего лишь накладываю нить на иголки и руками провязываю. Большие, маленькие риски, там как хотите, в каждом ряду, не в каждом. Так, ну и вот можно. Видите, отличаются немножко нитки, светлее, темнее. Можно вот этой светлой пряжи еще парочку здесь вот где-нибудь. Очень интересный эффект. Можно руликами, а можно вот такими вот интересными способами. Когда мы все довяжем, мы свяжем вот эти вот рисочки наши и полотно. И вот таким образом вывязываем 10 рядов. В каждом ряду, не в каждом, по очереди, вот такими штрихами делаем наше дерево, на котором у нас сидит сова. Ставим все в рабочее положение. Проверяю язычки. Второй ряд провязываю. То есть я сглаживаю эти все рисочки. На счетчике два ряда, беру опять черную коричневую, провязываю следующую партию вот этих вот отметин. И вот таким вот образом вывязываю нужное мне количество рядов. Можно это делать, можно это не делать, но у меня будет такое заштрихованное дерево. Вот моя планка. Я завязала все узелки и не обрезала веревки, чтобы они просто не были очень длинными. Вот такие лохматые пусть остаются. Мы сейчас загнем планку, подогнем ее, и все вот эти узелки останутся внутри, никто о них и не узнает. Сейчас моя задача соединить шапку и планку. Здесь я отметила центр лба, то есть сложила пополам. Можно было, конечно, на машинке сделать отметку, но не сделала тогда, делаю сейчас. Просто булавкой середину. И сейчас я буду соединять мои полотна. Так, тут такой нюанс. У меня нитка уже есть. Ею я и буду соединять, чтобы ничего не придумывать. Лицо у меня с той стороны. Значит, лицо должно остаться вот с той стороны. То есть лицо пойдет вот так. Поскольку шапку я буду надевать неправильно, не как обычно, мы вниз вот так вот надеваем и все. Здесь у меня планка, мне придется надеть ее хитро. Сверху.
Так, по поводу хвоста. Вот этот хвост, который у меня вот так вот находится, вот в таком виде, соединится колечко. Вот так. Колечко это зашивать я не буду. Поэтому начало планки я беру просто от начала хвоста. Когда я сошью планку, колечко само вот так вот завернется. Хвост. Поэтому планка остается. И середина лба. У меня есть начало и нулевая платинка, середина. Вот на эту количество игл я должна надеть вот эту шапку. И надеваю сначала с той стороны, где у меня рабочая нить, чтобы не путаться. Так, вот эти все нитки мне тоже не нужны, но в принципе я их уберу потом. Надевать надо за петельный столбик целый. Шапку укладываю наверх, так чтобы лицо шло туда. Там лицо планки, там лицо шапки. И надеваю целый петельный столбик вот так вот на иглу сверху вниз. Не очень такое простое занятие, сразу вам говорю, но к нему тоже надо приноровиться. Так вот, несколько петелек с этой стороны. И идем к лицевой части. У меня здесь открытые петли. Я их могу просто надеть на иголки. Вот как они есть, открытые петли, так их и надеваю. А, господи, вот, вот сюда. Вот, вот столько их будет. Где у меня петля? Вот она петля. Я ее и надеваю на иголку. На нулевую. И поехали. Каждую петельку я надеваю на иголку. Очень осторожно, чтобы никто не убежал. Можно чуть-чуть присбаривать. То есть по 2 петли на иглу. В каком-то месте. Торопиться вот сейчас нельзя ни в коем случае, потому что можно ошибиться, и у нас появятся дырки в полотне. Вот я вижу петли и продеваю головки иголок внутрь петли. Очень осторожно. Сильную сборку делать даже не буду на вот этих петлях, потому что у меня здесь будет лицо совы. Так, выдвигаю, выдвигаю, выдвигаю. Эти иголки у меня одеты. Все, и последняя игла. Вот ее и соберу. Ну вот. А теперь эти иглы надели, петли на иголке. Теперь делаем присборку на основной части нашей совы за целый петельный столбик. Вот где-то тут середину ее и надеваю. И остальное делаю такую вот аккуратненькую сборочку. Причем, смотрите, когда надеваю, мне даже можно, не используя декер, а вот так вот присобрать и просто воткнуть вязание на иголке. Вот оно само ложится как надо. За вот этот вот петельный столбик. Само вязание укладывается. Ему надо только помочь и протолкнуть иголки в нужное место. Где не попало, там переделать. И так все очень даже здорово получается. Вот они. Эта сторона готова. Но прежде чем я буду надевать вторую... О, вот еще половинку. Я же про половинку забыла еще. Прежде чем я буду делать вторую половину, мне нужно закрыть первую. Иначе я не растяну мою шапку на все иголки. На самом деле, вот такие планки достаточно часто встречаются, когда мы вяжем круглые шапки. Потому что по-другому круглую шапку на планку уже не надеть. Вот этот способ универсальный и может применяться в самых-самых разных видах изделий. Так, ловим все петли, чтобы все было в натяжечку.
Вот, все иголки здесь, с этой стороны. Шапка надета на иглы. С этой стороны все, все иголки готовы. Теперь я беру планку, поднимаю ее и надеваю тоже на иголки сверху. То есть я закрываю планку. Вот. У меня мое это изделие попадает в раскол между планками. Очень удобный способ. Я его очень люблю. Правда, не сказать, что он очень легкий и такой, что он очень легко выполняется, но мне он очень нравится за свою аккуратность и универсальность. Здесь даже придумывать не надо, каждая петля на свое место. Поэтому я вам говорила, неважно, обвивы будут или открытые петли. Какие-то нитки торчат, ничего страшного, они все у нас уйдут внутрь. Ничего снаружи не останется, в планку спрячется все. Все безобразия. Так, до конца надеваете первую часть. Надели. Вот она. Все. Шапка зажата между планками. Сейчас моя задача всего лишь закрыть эти петли, которые у меня получаются крючком. Сейчас я делаю крючком косичкой. Закрываю язычки. Очень удобно тонкой железной линейкой это делать. Она идеально закрывает языки. Потому что когда мы немного опускаем петли вниз для того, чтобы косичкой закрывать, они могут втыкаться в вязание. Если я закрываю заранее язычки и опускаю петли вниз для закрытия косичкой, они никогда не воткнутся в вязание и будут легко закрывать. Так, нитка. Начали закрывать. Закрытие не так сложно, но и не так просто. Все убираем, чтобы ничего не мешало. Моя задача закрыть так, чтобы у меня петли никуда не задирались. Закатали, закатала шапку как можно больше в рулик, чтобы не видеть петли и с этой стороны, и с той. И начинаю закрывать. Делаю первую петлю, все как обычно. Вторая петля, подхватили нитку, посмотрели, что она петля. Беру следующую иголку, поднимаю на ту сторону, ввожу, смотрю, что я зацепила крючком петлю, иду сюда. И вот таким вот образом я закрываю половину, проверяя, что там идет у меня ровный шов. С этой стороны косичка, с той стороны просто сшивание происходит. И таким вот образом я закрываю первую половину шапки. Потом, когда я дохожу до конца первой половины, до середины шапки, я отпускаю вот эту иглу. У меня шапка загибается на другую сторону, и я вот эту же операцию делаю еще раз. То есть до конца дохожу, загибаю шапку и надеваю вторую часть на иголки. Самое главное, не забудьте, что у вас края, хвост с краю, в середине лоб. Не перепутайте. И начинайте с того края, где у вас рабочая нитка, чтобы не вязать узлы лишний раз. Потому что такие нюансы, которые обычно забываются при вязании. И вот так вот закрываю, каждый раз проверяю, как у меня сзади идет сшивание. Если цепляете заколки, значит смотрите, чтобы везде цеплялось. Но заколки я не рекомендую цеплять, потому что они сильно петли увеличивают. То есть у вас будет не ровненькая дорожка, зашитая сзади, а вот с такими петлями, которые потом разойдутся, и это вязание может быть неряшливым. Поэтому смотрите, чтобы желательно колки не обвивать. И проходить
петлями за колками, здесь вот с этой стороны, чтобы нить ни за что не цеплялась. Подвязали одну часть, подвязали вторую часть. Если что-то слетело, контролируйте прежде всего те сзади открытые петли, потому что здесь можно подхватить, петли сзади так просто не подхватить, их нужно обязательно надеть и на иглу обратно, и тогда уже на петлю уловить. Ну и так далее. Еще раз. Смотрите, чтобы ничего не цеплялось. С лицевой стороны получается, видите, как аккуратно и чисто. Такой вот хороший край, вот там наше дерево. Вот таким образом до конца присоединяем шапку. Когда связали дерево, все пришили, вот у нас так получается, мы потом это все отпарим, вывернем. Наша задача зашить задний шов. У нас хвост, здесь масса всяких веревок, которые у нас идут внутрь подгиба. Сейчас наша задача зашить. Все, тут у меня нитка длинная, ею и воспользуюсь. Планки. Все нитки убираем, чтобы не мешали пока. И сшиваем планки в стык. Вот этот хвост надо загнуть, соединить планку. Вот так вот он ляжет сверху и будет так вот торчать дыбом. Этот хвост, это то, что нам надо. Поэтому сейчас соединяем планочки иглой. Вводим целый петельный столбик, отводим на сшивание. Вводим иглу, петельный столбик со стороны противоположной нити. Раз. Затягивать пока не надо. В столбик с противоположной стороны. И старайтесь сделать так, чтобы соединить полотна, чтобы они не расходились. Вот соединила руками, подтянула края и теперь спокойно могу сшивать. Делайте так, чтобы у нас края не расходились относительно друг друга. Столбик здесь. Столбик здесь, напротив. Вот откуда вышли, туда заходим с противоположной стороны. Столбик здесь. Столбик здесь. Несколько шов стежков сделали, подтянули. Все, у нас стягивается полотно. И получается вот такой вот ровный шов. И вот таким вот образом мы с вами обходим по кругу наше вязание. Все вот эти хвостики и нитки мы потом заправим внутрь подгиба. Заворачиваем. Так, подтянули. Завернули внутрь. И продолжаем зашивать, зашиваем до конца. И после этого начинаем оформлять физиономию совы. Нитки все заправляем внутрь подгиба, само собой, чтобы нигде ничего не торчало. До конца дошиваете и будем оформлять нашу сову дальше, потому что, конечно, самое интересное в ней лицо. Лицо совы можно оформлять как угодно. Это вот это вот как раз и есть фантазия, которую вы можете употреблять как угодно. Любые варианты. Зависит от того, как вы видите эту сову. Я вам покажу свой вариант, но, само собой, вы можете оформить и как вам больше нравится. Мне кажется, что у совы должны быть огромные глаза, небольшой остренький нос. Ушки, если это филин, если у вас сова, это не могут, может и не быть ушей, это все уже на ваше усмотрение. Сейчас мы все это дошили. Убираете нитки, убираем нитки крючком. Все, что рядом с подгибом, просто внутрь забираете и прячете в подгиб.
свой. Затянули. То, что далеко, вот так вот через петельные столбики подводим к подгибу и прячем внутрь подгиба. Либо, если хорошо затянули петельные столбики нитки, можно отрезать лишнее, так и оставить. Если нить не скользкая, никуда уже эти наши ниточки не денутся. Вот, вот так вот. Не видите, они аж хрустят, как насколько не скользкая нить. Вот это все можно уже спокойно отрезать, расправить. Все. Здесь, видите, со стороны хвоста, даже если там было какое-то отверстие, не до конца дотянутое, поскольку планка соединилась, это все уже никогда никуда не разойдется и поддувать, не мешать, ничего не будет. А хвост получился такой чудесный, он прикрывает шов, прикрывает заднюю часть, и в то же время это явный-явный хвост. Шапка у нас целиком готова. И начинаем оформление лица. Так, прежде всего делаем глаза. Глаза и нос. Выбираю диаметр. Ну вот бумажка, и у меня есть от булавок такой круг, смотрю. Примерно вот такие глаза у совы, наверное, есть. Большие глазища. Сейчас мы будем считать радиус. Не радиус, а длину круга по формуле. Так, это сойдет. Теперь нос. Какого я хочу размера нос? Нос у совы остренький. И такой вот небольшой. Если нос... где-то вот так, вот такого размера и будет на него ложатся глаза. Вот так вот это все, в общем-то, и выглядит. То есть глаза, носик совиный и рядом глазки. Вот, вот так, наверное, будет очень даже по-совиному смотреться. Вот здесь у нас будут уши или брови, как угодно можно. Но главное нам выбрать размер глаз. Так, глаза. Это вот эту часть мы оформим кружевом, а внутри, само собой, у нас будет зрачок. Зрачок черно-желтый. Вот, черный и желтый. Можно рыжий. Посмотреть, когда в природе у совы бывают такие рыжие глаза. Бывают желтые глаза, бывают золотые глаза. Выбирайте тот цвет, который у вас есть. И примерно вот такого размера этот зрачок будет. Потому что огромные желто-черные глаза. В середине черная точка и радужка желтая. Вот таким вот образом будем оформлять. Сначала вот эти вот круги, потом оформляем зрачок. Так, считаем размер глаза. Считать вот так вот веревочкой прокладывать мы не будем. Есть формула в математике. 2πr. Два радиуса на π. π это 3 и 14. Помните, в математике начальная школа. Два радиуса это диаметр. Берем наш глаз. Диаметр 7. 7 сантиметров. 3 и 14 умножить на 7 сантиметров. Диаметр, предполагаемый диаметр глаза. И смотрим. Так. 3, 14 умножить на 7, 21, 98. 22 сантиметра. 22 сантиметра я провязываю вот такой длины полотно, чтобы его завернув, я получила круг вот такого диаметра. Но мне не нужен вот такой вот ширины полотно. Если я буду вязать полотно шириной 7 на 22, я вот так вот его не заверну. Вот здесь будет огромный мешок. Поэтому я не буду вязать целиком. Шириной 7 сантиметров я провяжу в половину где-то. Пускай это будет 3,5. 3,5 на 22. И оформлю кружевом. Потому что кружево... оно очень интересно смотрится. Видите, у меня вот такие есть кружавчики. Но это кружево тонкое. Оно всего 2 сантиметра. Мне надо толще. Для того, чтобы можно было
оформить красиво, потому что если вот такое тонкое кружево, но оно не то не сё, вот такая полосочка внутрь, никак некрасиво. Кружево должно быть достаточно объемное, поэтому вяжем кружево двойное, два рядом, и тогда оно прекрасно загибается, и такой вот массивный объемный круг, который мы можем пришить уже к нашей шапке и оформлять уже вторым ярусом кружева, либо оформлять уже зрачком. Посмотрим по месту. Берем машинку и вяжем кружево. Двойное кружево вяжем очень просто. С одной стороны 2 петли, 2 петли, одна в заднем положении, одна в переднем, в заднем, в переднем, в заднем, в переднем. Так, и еще одна в переднем. То есть смотрите, вот эти две иголочки у нас периодически будут попадать в заднее и переднее положение. Это широкое кружево. Эти иглы идут. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видите, 10 иголок. Причем 2 работают, одна не работает. И так и по очереди. Первые 2 для того, чтобы у нас получился толстенький край. А все остальные через одну. Вот так вот и ставим. 2 работают, и дальше в заднем рабочем, в заднем рабочем, в заднем рабочем, в заднем рабочем. 10 игл. Это широкое кружево. Сделаем набор любым способом, который вам больше нравится. Провязываю пару рядов, чтобы закрепить наборный край. И само кружево. Смотрите, его нужно оттягивать для того, чтобы не слетали петли, либо придерживать рукой. Если вы будете придерживать рукой, у вас оно никуда не денется. В общем-то, вы одной рукой провязываете, второй держите, если у вас машинка с нитеводом. Потому что очень большие оттяжки могут перетянуть нам кружево, и будет некрасиво. Рычаги частичного вязания включите, чтобы они не забирали в работу иглы. И ставим 2 иглы в переднее положение. Рычаги частичного вязания включены. Получается 2 иглы в работе, одна в заднем положении, одна в переднем, в переднем, в рабочем. Те, которые были в заднем, они так и остаются, и мы их вообще не трогаем. И провязываем накиды. Накиды провязываем столько, сколько выдержит машинка. Ну, лучше 6. Меньше 6 будет жидковато, больше 6 уже не хорошо. Но зависит от нити и от плотности. Пробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Иглы из переднего положения ставим в рабочие. 2 ряда выравниваем. Эти же иголки вперед еще 6 раз. В рабочие. 5 вперед, 6 раз. Рабочее. И так далее, подтягивая периодически это кружево, смотрите. И учитывая, что оно не будет сильно менять размер, вы можете вот таким вот образом вывязать свои 22 сантиметра. То есть пока не дойдете там до 21, до 20, вяжете. Получается вот такая вот, вот такое полотно, которое при сложении как раз дает нам нужную, нужный размер. Серединку мы стянем, потому что сейчас я его подпарю, либо стяну сначала, потом подпарю, парим, обработаем, чтобы это все хорошо улеглось. И у нас будут 2 вот таких вот чудесных глаза. Вяжем до конца нужное количество сантиметров, чтобы образовать вот такой четкий круг. Так, берем наш глаз, подтягиваем, у меня нитка подлиннее. И смотрите, с той стороны, где у нас было 2 петли, остается толстенький край, его и оставляем. И по той стороне, где у нас была 1 петля, вот эта узкая, каждое вот это кружево, каждую выступающую часть просто прихватываем на нитку за кончик. Мы сделаем такую стяжку ровненькую и стянем до такой степени, как нам надо, чтобы это все не расползалась в разные стороны, одержала форму хорошо. И тогда можно будет уже припарить немножко вот это кружево, чтобы оно лежало, ровно лежало и красиво держало форму. Так, потому что вот.
за самые кончики выступающих частей. Видите, получается совершенно круг ровный за счет того, что у нас снизу меньше, сверху больше петель. И вот таким образом мы зашиваем наше полотно. Видите, у меня получился абсолютно чудесный круг. Ну, по размеру, как мы хотели, только кружевной глаз. Берем шапку и на него нашиваем вот этот кружевной глаз. Две вот таких вот глазища огромных. И в центр мы уже совершенно спокойно можем поместить зрачок. Единственное, что вот это место, которое мы будем зашивать, оно уходит в середину и будет прикрываться носом. Но сначала делаем два вот таких вот чудесных круга. Очаровательных, потому что вот здесь вот мы закончили. И можем подшить уже полотно. Самое главное, сильно не затягивать, лучше мы потом подошьем как надо. Здесь самое главное, что мы зафиксировали. Вот эту часть мы соединим в любой момент уже. Делаем второй круг аналогично. Видите, за счет того, что это кружево, оно очень, с одной стороны, объемно, а с другой оно свободно. И его можно закрутить как угодно. Если бы это было прямое полотно, кулирка вот так вот, она бы уже не загнулась, потому что ей загибаться некуда. Кружево дает возможность деформировать наше полотно по нашему усмотрению. Получается идеальный круг. Со вторым глазиком поступаем точно так же. Берем на длинную ниточку, стягиваем круг и обрабатываем паром, чтобы вот эта часть уже у нас держалась совершенно четко. Так, вот наша сова. Видите, как хорошо кружево разложилось. Берем нос. Можно зрачки сейчас сделать, можно нос. Нос, в принципе, я прикинула. Вот такого размера нос очень даже подойдет. Нос у совы остренький, тоненький. Вот так вот где-то он и будет выглядеть. Я не знаю, еще мы его накроем глазами, возможно. Вот, наверное, вот так вот мы и сделаем. Видите, получается нос, торчащий из глаз. Отлично выглядит. Заодно сейчас измеряем размер зрачков. Зрачки тоже можно подобрать, подстать этим глазам огромным. Вот, наверное, вот такого размера, как крышка от иголок. Банка такая. Вот точно такому же принципу. Измеряю диаметр. Диаметр 3 сантиметра. Но зрачки мы будем уже не кружевом вязать, а кулиркой. Но тоже хитро. Так, где мы? Нитка получается 3, ну, 3,5 сантиметра в длину. А ширину, если 3,5, будет стяжка, делим пополам, то есть 3,5 сантиметра это у нас диаметр, значит 3,5 умножаем на 3,14, то есть диаметр умножаем на пи, вот это пи, вот это диаметр. Получаем длину нашего прямоугольника, так, 3,14 умножаем на 3,5. 10,99. Так, 10 сантиметров. А ширина 3,5 делить на 2. Мне даже не поделить. 3,5 делить на 2. 1,75. Кулиркой. Так, считаем. 10 сантиметров. 10 сантиметров умножаем на 2,5 петли, потому что у меня петельная проба 2,5 петли и 4 ряда. Это кулирка. Значит, 10 умножаем на 2,5, это 25 петель и 4 ряда. Умножаем на 1,75. 7. 7 рядов. Вот такой величины мы сейчас будем вязать с вами прямоугольник. Но он будет непростой, потому что если я вот так вот возьму кулирку и начну ее стягивать,
у меня, соответственно, посередине будет вот такой вот здоровенный мешок. Стянуть я его ровненько и гладенько не смогу. Поэтому сейчас мы будем вязать хитрый глаз. Берем 25 петель. 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. И делаем набор не на каждой игле, а через одну. То есть, ой, немножко не так. Мы сейчас делать будем с вами быстрый набор. Вот у меня линейка куда-то уже делась, как обычно. Пока быстро работаю, у меня все пропадает. Так, берем 25 петель. Черная, потому что у меня зрачок черный. Причем зрачок будет занимать половину, пускай будет не 7 рядов, а побольше. Учитывая, что там будет стяжка. 4 ряда черным, 4 ряда желтым. И вот моя. Выдвигаю 25 петель через одну. Так, давайте еще добавлю для объема. И провязываю один ряд на... Неважно, какая у вас машинка, это быстрый набор для машин с нитеводом. На машин с ручной прокладкой нити делается то же самое. У меня сделан набор через иглу, и я выставляю все остальные иголки в рабочее положение. Опять же говорю, независимо от того, какая у меня машинка. Сделав набор через иглу на машинах с нитеводом, вы просто надеваете оттяжку. Это обязательно, иначе она не провяжет. И после этого начинаю уже вязать. Проверяю. Мне обязательно надо проверить язычки. Особенность машинки. Кому не надо, тем не надо. И провязываю. Так, еще 3 ряда. Ой, раз. Завязывать узел не нужно, потому что узел нам не даст стяжку. С краю ничего не завязываем. Раз. Два, три. Мы провязали с вами зрачок. Теперь мы вяжем радужку. Радужка желтая, как мы планировали. Линейки вылезают так, желтые. Рыжий, желтый, какой хотите. Те же 4 ряда. Раз. Два. 4. И закрываете рыхло-рыхло. Самое главное в данном случае не стяните ничего, потому что если вы сделаете сильную стяжку, у вас не будет рыхлости такой, на не свободно ляжет вязание. Закрываете любым удобным для вас способом. Я закрываю косичкой. Очень рыхло, только не стягивайте, потому что край будет затянут и руликом пойдет. Вы его не разложите. Рыхло, свободно закрываете. Итого мы провязали ряд, 3 ряда черный, 1 ряд наборный, 3 ряда черный и 4 ряда желтый. Закрыли. Свободно, свободно. Мы смотрим, что выходит. Так, вот наша косичка, вот наша центральная часть. Смотрите, здесь длинные петли. Если я за них потяну, у меня будет стяжка полотна, видите,
Очень классно все это получается. Если потянуть за начальную нить, она стягивается. И стяжка получается такая плотненькая. И вот наш глаз. Получается глаз. А мы все это зашиваем. И вот наш зрачок совиный. Вот один глаз готов для совы. Делаем точно так же второй глаз. И можем его припарить, потому что в таком виде он, конечно, стоит дыбом. Мы его немножко припарим. И глаз получится достаточно такой плоский. И можно будет это все пришивать. Сейчас делаем нос черненький. И будем делать ушки, потому что у совы наши уши, брови присутствуют. Второй глаз и будем вязать нос. Вот наша сова, еще не зашита. Видите, совершенно чудесные глаза получаются. Обычно их вывязывают крючком. Мы можем вывязать очень чудесные вот эти пушистые глаза машинкой. Причем зрачки расположить ближе к центру. Вот так вот. Как это делается у настоящей совы. И вот здесь вот будет торчать длинненький черненький нос. Вот так вот это все будет. Очень очаровательная сова совершенно. За счет применения вот этой формулы математической мы получаем идеальный круг. И за счет того, что у нас начальный ряд был рыхлый, он дает возможность тянуться и получить вот такое, видите, плоское полотно без утяжеления. Если бы мы стягивали все вот эти петли, здесь был бы мешок, который никуда не денете. В таком варианте получается гораздо-гораздо интереснее. Так, нос. Вот такой нос по форме меня устроит. Когда мы делаем вот такие вот непонятные, интересные вещи, лучше делать все-таки бумажные проекты, бумажную модель, деталь. И по ней тогда уже можно будет считать. Вот размер носа. Нос, видите, я его загнула, а на самом деле это прямоугольник. Я его считаю 5,5 на 2,5. И беру наш расчетный листик. Прямоугольник. Ну, он вот так вот пойдет. 2,5 на 5,5. У меня есть петельная проба. Петельная проба 2,5 на 4. Значит, 2,5 это вот. 2,5 это петли, 2,5 петли и 4 ряда это петельная проба. Значит, 2,5 умножить на 2,5, 6, 25. Значит, 6 петель и 5,5 это ряды, 5,5 умножить на 4, 22 ряда. 22 ряда. 6 петель, 22 ряда. Вот такой прямоугольник мы вывязываем. Нос я буду делать черный. Черный нос. У совы нос может быть абсолютно любого цвета. Есть белые носы, темные. Выбирайте тот цвет, который вам больше нравится. Мы сделаем черненький нос. Остренький. Поэтому сейчас я вяжу прямоугольник. 6 петель на 22 ряда и будем его формировать. Так, ну вот наша сова уже начинает вырисовываться, еще ничего не пришито. Вот нос, зашила его точно так же. Вот он такой у меня получился, загнула квадратики, квадратик загнула, получила остренький край. Вот он торчит, там вот он лежит. Сейчас моя задача связать уши. Уши, брови, как хотите назовите, они должны вот так вот расходиться в сторону. То есть вот такая вот у нас сова. Уши вот эти немножко подзагнутся. Но вот такой размер для таких глаз, наверное, подойдет. Заодно и уши, заодно и брови. И будут они золотые, цвета самой совы. Вот такие вот... Видите, это квадратик, сложный пополам и подложенный под глаз. Пойдет вот так вот в сторону. Вот такая вот ушастая сова у нас будет. Вяжем два квадратика основным цветом, цветом лица совы. Считать их можно точно так же. Я считаю по основной петельной пробе, по которой мы с вами вязали
переднюю часть. Квадратик у меня стоит 6,5 сантиметров. Ну, соответственно, это квадрат 6,5 на 6,5. Ну, или 6 на 6, потому что вязание подтягивается. В любом случае, как я уже сказала, мы делаем макет из бумажки и прикладываем, какой размер нам нужен. Потому что вот так вот пользоваться чужими мерками – это самое неблагодарное дело. Шапки разного размера. И кому-то нравятся длинные уши, большие, кому-то не длинные, кому-то эти уши вообще не нужны. Поэтому я сейчас вяжу 2 золотых квадратика и будем ножки. И, собственно, будем формировать лицо совы. Пришивать все уже по месту. Связали ухо. И сейчас мы прям вот... квадратик золотой. И сейчас мы прямо на машинке его соединим в уголок. Это можно очень просто сделать в любую сторону. В эту сторону, в другую, неважно. За межузелковую протяжку. Видите, надеваете на иголки. Самое сложное надеть первую протяжку, ближайшую к первой иголке. Потому что здесь совсем тоненький уголок. Старайтесь, чтобы полотно не слетело с машинки. Первая, вторая. Ну и дальше постепенно так распределяете все эти протяжки между иголками, без натяжения. Протяжек хватает не всем иголкам. Кому не хватает, надевайте узелок на иглу. Самое главное, не утолщайте, много не надо, протяжки вполне достаточно. Протяжка и последние иголки, узелок. Надели, то есть мы соединили вот так вот уголок. И закрываете косичкой, все той же косичкой. Это ухо совы. Таких ушек надо 2. Его можно оставить в таком виде, а можно вывернуть. Я его выверну, это будет, ну, оно будет выделяться на фоне головы, потому что у нас там кулирка и так есть провязанное полотно. И для того, чтобы это ухо выделилось, мы его сейчас вывернем наизнанку. Нам не надо будет ничего сшивать. Мы сшиваем уголок прямо на машинке, это очень удобно. Вот оно ухо. Можно оставить так, но тогда у вас по краю пойдет шов. Можно вывернуть. Очень интересный эффект получается. Так вот, более рельефное ушко. Ворачиваем уголок. И за счет того, что мы его вывернули, оно вот такую форму, такую вот рогатинку имеет, как у совы. Так, вот это ухо. Сейчас это макет. Подпарить под глазки. Видите, у совы, у нее такой суровый взгляд. Вот уши. И все, собственно, мы сейчас провяжем лапки. Лапки, сова у нас сидит на дереве. Вот планка — это дерево, она немножко отличается. По коричневости я вам уже говорила, что не нашла более коричневое дерево такое, чтобы было. Лапы совы торчат из-под перьев. Можно связать, можно крючком оформить, как угодно. Но поскольку я вяжу на машинке, сейчас я свяжу эти лапы на машинке. Это обычный шнур. 4 иглы. 1, 2, 3, 4. Можно начинать прямо от совы, а можно отдельно связать и потом просто собрать всю эту сову одним махом. Потому что, видите, мы не вяжем и пришиваем. Мы сначала вяжем все детали, смотрим, как они стыкуются, ложатся друг с другом, а после этого будем уже пришивать. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, длинную не надо. 6, не показала вам. 6 рядочков провязали. Закрываете, закрывать. Причем можно
не косичкой, а просто продевая нить в петли. Будет еще даже лучше. Таких надо деталей 4 штуки. Получается вот такая вот планочка. Сова будет сидеть. То есть мне нужно 4 пальца. Вот таких. Раз, два рядышком и раз, два. То есть это торчащие такие пальцы совиные из-под перьев. Мы еще на них можем сделать коготь светлым, каким-нибудь коричневым, такой штришок. И сейчас наша задача будет связать еще 3 таких пальца и брови. Сова у нас такая слегка задумчивая. Сейчас мы ей сделаем брови, она будет совсем у нас такая девушка. Ой, девушка, мальчик, я не знаю, филин это или сова. Свяжем рулик, вот точно так же, как пальцы. И оформим от носа вот такие вот брови, уходящие на уши. Это будет рулик, но рулик этот будет последним штрихом. Сейчас наша задача связать 4 пальца и все это собрать. То есть вы смотрите, в какой последовательности будете все это сшивать. Потому что, смотрите, уши у нас идут под глаза, нос идет под глаза. Потом идут глаза, потом зрачки. То есть вы сначала все это примеряете, подкалываете и подшиваете детали. Сначала нижние, потом на них глазки, потом на них уже эти глазки. Пальчики, 4 штучки, рядышком. А уже последним штрихом смотрим брови, потому что бровь пойдет прямо от носа и в разлет. Вот так вот, прямо по ушам. Ушки надо немножко подпарить, чтобы они тоже не загибались. Соединяем там вместе, иначе когда вот здесь мешок, будет нехорошо. Подпаривайте уши, складывайте как вы хотите, сводите эти зрачки поближе, тогда очень симпатичная физиономия получается. И собственно на этом наша сова будет уже и закончена. Сшивать можно этими же нитками, можно взять катушечные, только в цвет, конечно, в цвет полотна, белый, желтый и коричневый. Если у вас есть, тогда будет совсем незаметно и не будете утяжелять вязание сшиванием. Вот, собственно, на этом мы оформление и заканчиваем. По очереди сначала уши с носом, потом вот эти вот белые кружева, потом уже зрачки. Пришиваете к нашей шапке. Наша сова практически готова. Заключительным штрихом являются брови. Вот видите, на одном ухе, глаз, можно называть. Видите, на одном ухе у меня есть такая бровь, переходящая в ухо, на другом нет. И смотрится немножко не так интересно. И более того, вот этот рулик, который мы с вами сейчас будем вязать, он еще и держит ухо, укрепляет. В него можно вставить проволочку, в него можно вставить какой-то уплотнитель для того, чтобы ухо совсем четко стояло, потому что у совы уши стоят дыбом. Это ухо дыбом стоять не будет. Поэтому сейчас мы его немножко укрепим и заодно украсим. Видите, красота какая. У совы сразу появляется такое суровое выражение. Вот какое оно и должно быть. Измеряете метровой лентой или линейкой расстояние от, ну где-то от, я от, не от начала носа, а где-то от соприкосновения белых окружностей, от белых глаз, вот отсюда где-то начинала вязать, и расстояние от, ну, от середины носа до конца ушка. Измерила, у меня получилось, видите, вот 30 петель. И вот эти 30 петель я должна сейчас надеть на иголки. Надевать буду прямо на сове. Видите, разворачиваю так, чтобы физиономия была от меня в сторону машины. И начинаю надевать булавка ограничительная. И вот так вот. Сейчас мне будет плохо видно, поэтому мне придется немножко лампу
подвинуть. По от булавки выбираю себе петельный ряд и начинаю надевать на за самые кончики. Много не надевайте. Загибаете глаза. Так, и смотрите, ваша задача сделать так, чтобы это было симметрично, потому что один глаз я уже сделала, запомнила, сколько это петель, и только столько же надеваю на вторую часть, чтобы ничего не перетянуло и было одинаково. На черном, конечно, видно плохо, но постарайтесь выдержать один петельный ряд и надеть. И дальше, видите, вот ухо, загибаете внутрь глаз, кончик уха надеваем за самый-самый краешек, только не берите много. Здесь вот по самому краю ухо у нас заглажено. И начинаем надевать наши петли. Привязываем за самый край, за одну ниточку буквально привязываете ухо к машинке. И сейчас мы будем его вывязывать. Очень можно это делать, можно не делать. У меня ухо получилось жидковатым, именно потому что нитка такая, уж очень мягкая пряжа. Если грубая нитка, вот у меня это не чистый акрил, это полушерсть, и она очень мягкая, мягкая, вот просто нежная. Поэтому форму держать такая нитка не будет ни за что. Ее нужно укреплять, укрепляю я руликом, ну и заодно и украшаю. Можно украсить этим руликом не черным цветом, а цветом уха, и таким образом вы его только закрепите. Так, надели, булавку можно убрать. И вяжем. Причем вязать можно рулик. Ну, провязали там 5-6 рядов на всех иголках. И все. А можно вязать частично. Я буду вывязывать частично. На носу меньше, на ухе больше. Так. Проверяю язычки. Беру черную нитку и провязываю от глаза в сторону уха ряд. Причем плотность берите не рабочую, а поплотнее. У меня рабочая шестерка. Сейчас ухо я обвязываю на четверке. И смотрите, ставлю в переднее положение часть носа. Вот черный нос. Его и ставлю в переднее положение, провязываю только ухо. Раз, два, четыре иглы вперед. Ну, у меня 4, у вас может быть другое количество. 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще 3. Ай-яй-яй. 5, 6, 7, 8. И 9-й ряд. Ввожу вниз. 9. Теперь вот эти протяжки, которые у меня получились, черные, надеваю на иголки. Вот сейчас у меня 10 рядов было с той стороны. Провяжу еще ряд для того, чтобы вывести нитку в итоге на нос, чтобы на ухе ничего не было. Все. И вот эти протяжки начинаю надевать на иголки. Черная протяжка на иголку. Тут все очень туго, потому что плотность плотная, но по-другому ухо и не закрепить будет. А моя задача закрыть рулик. Можно оставить как есть, рулик будет очень такой рыхленький, хорошенький, но он будет загибаться и будут видны вот эти протяжки. Мы сейчас их убираем, чтобы вообще ничего не было видно. И закрываем эти косичкой. Все, сова наша готова. Это
последний штрих. Нитки все убрать, все заправить. Подпарить, если надо. Уши не подпаривайте, чтобы они жидкими не стали. Если уши повисают, то действительно надо на уплотнитель. И тут еще такой момент. Мы много провязали на ушах. Практически ничего не провязали на носу. Как только я чувствую, что у меня заканчивается возможность надевать петли, не вытянуть вязание уже, вот где-то здесь это будет, переставайте надевать и оставляйте рулик. Потому что на носу там буквально пару рядочков, они даже если загнутся, их будет не видно. Конечно, если вы не вязали коричневый. Если коричневым, то только на ушах, на нос заезжать не надо. И со второй стороны делайте абсолютно симметрично и аналогично. Запоминайте, сколько у вас где петель, сколько рядов вы провязали. И вывязываете такие вот суровые брови нашей совушки. Потому что, если вы посмотрите на фотографии реальных сов, они все с бровями и с ушами не все. А вот с бровями практически все совы такими суровыми. Так, ну вот на носу я уже ничего не надеваю, потому что там не натянуть и не надо. Закрыть обычной косичкой. Даже придумывать ничего не нужно. Убираю нитку от кончика уха, перевожу ее к носу и там прячу. Этим я укрепляю ухо. Вот эта косичка, которая закрывается, она еще больше укрепляет ухо, оно еще плотнее становится по кончику. И, в общем-то, все, видите, убираются видимые. Вот эта вот разница между ухом и обвязкой. Если делать просто рулик, это будет некрасиво, потому что загибаться будет он совершенно не в ту сторону, как нам надо. И все, расправить все. Если где-то что-то отошло, подшить, потому что при таком вот достаточно непочтительном вязание, как сейчас, мы загибали глаза, нос, сове, мало ли что-то могло отойти. Вот эти вот рулики подправить, чтобы они не влезли. Видите, совершенно чудесное выражение, вот прям совиное. На лапках вот эти вот лапки, когда я пришла, видите, делала когти коричневым. Очень, очень интересный эффект получился. Нос подшить, вот это сейчас все убрать, подогнуть. И получается у нас вот такая вот серьезная сова. Ну вот то, что у нас получилось. Сова вышла именно такая, как мы хотели. Кстати, если вы не хотите черный нос, можно связать серый. Вот я связала черный нос, потом поменяла его на серый. Брови можно вязать до конца, можно вязать покороче, можно прикрыть глазками, можно наоборот брови выставить вперед. Это делается уже потом, когда все пришито, вы зашиваете брови так, как вам захочется. Вот, собственно, то, что мы с вами выполняли. Наш хвост совершенно чудесный. Перья, уши торчащие. Видите, вот такая вот совушка настоящая. У нас прекрасно получилось.